отлично. Давайте спойте еще. Ой, обилие, спугнули обилие. Я хотел 3 песенки спеть, спел 5. А где мама? Мамочка устала. Леша, переориентируй камеру. Ой-ой-ой-ой, я не знаю, может быть, это не помешает. Тогда убери ее. Ага. Это я на тебя ее оставлю направо. Хорошо. Я буду сидеть и якобы петь. Я не настолько крута, мне надо подглядывать. Нормально. Тем более сейчас хорошо, сейчас... И тюнер рядом можно на гитару настроить. Да. Все вместе ее. У меня, кстати, Леша, тюнер есть. Все. Баре хорошо брать на этой гитаре. Да, неплохо. У меня баре плохо обычно получается. Так что ну, это всегда, всегда. Мне тоже интересно. Это Кирилл, это гитара. Это вот да, его труда мягкая. Знакомо. Так. Не только струны натянул помягче. Так, замечательно. Замечательно, очень долго. Хорошо, извините. Тут вот на 1 апреля, когда надо было петь всякие песенки, я принес к нам туда в башку Наташину «Спи, принцесса, засыпай». Угу. Но ура прошла. Причем я еще не совсем, наверное, для Анеты чуть-чуть увлековато. Хорошо. У тебя такой тембр голоса, который под гитару очень хорошо звучит. Да. Очень приятно, так что... Спасибо. Надо петь. Несколько слов, и тогда я готов
оставит след на этом следу в снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Крышами город продолжает жить, и пускай фонари светят ярче далеких звезд, фонари все погаснут, а звезды будут светить. И я верю, что ты снова скажешь эти несколько слов, тогда я готов оставить след на этом снегу. И я знаю, что мне недолго осталось ждать, чтобы снова увидеть сосны на морском берегу. Еще. Особенно вот сейчас, когда мне все надо подглядывать. Все надо подглядывать. Я вам не подглядываю, естественно, сбиваюсь. Ну, ты столько концертов устраиваешь. Наташа прислала письмо с видео, где она показала какие-то аккорды, как она поет эту песенку про дракона. Я все это воспроизвел. Правда, не совсем так, как у нее. Ну, авторское исполнение. Она говорила, что она покажет мне, что у меня не так, но как-то времени не хватит. Проснешься сквозь свой звук. Это был не призрак, это был не призрак.
как это был только звук, это тронулся поезд, на который ты не попадешь. Так дай мне напиться железнодорожной воды. Дай мне напиться железнодорожной воды. Пишу эти песни в конце декабря, голый в снегу при свете полной луны. Но если ты меня слышишь, наверное, это не зря. Че, хорошо? Очень хорошо. Что? Молодец. Я думаю, что завтра нам нужно будет начать второй раунд и пораньше. Да, я буду без форта, я буду тихо. Завтра, значит, надо начать будет пораньше. Ну да. Ага. То есть мы сегодня в магазин ездили, то есть, ну, то есть и вы приходите пораньше, и Таня придет пораньше, и мы ужинать начнем пораньше, и все начнем пораньше. На завтра. Пешеходная, если будет даже, да. Угу. Если будет дождь, сильно пойдем смотреть самоцветы. Ах, оставьте вашу скуку, я не верю в вашу муку. Дайте руку, и забудьте про мораль. Повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль. Повернитесь вы к окошку, там увидите дорожку, где уходит понемножку 18 февраль. Я скатился со ступенек, был букет, остался веник. Нету денег, нету денег, и не будет, как ни жаль. Вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, новопутно прилагаю 18 февраль. Вы прекрасны, дорогая, я восторженно моргаю, новопутно прилагаю 18 февраль. 18-е вьюга вновь меня сбивает с круга. 18-й подругой вы мне станете едва ли. Пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я рад бы да уходит 18 февраль. Пусть меня не хороводит ваша ласка в непогоде, я рад бы да уходит 18 февраль. Зачем же нам тоска-то, ведь весна уже близка так, а достать бы нам муската и разлить его в хрусталь. Я все раны золотаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль. Я все раны золотаю, я растаю, пролетая, я дарю вам золотая 18 февраль. Такой не позлобее, просто стал еще слабее и прикинулся плебеем, романтичный, как Версаль. А тонуть я буду в спирте, дорогая, вы не спите, я уйду, вы мне простите, 18 февраль. А тонуть я буду в спирте, дорогая, вы не спите, я уйду, вы мне простите, 18 февраль. Судьбой, что подарено в конце концов, не все ли мне равно? Странно, все, что было бы, сударыня, печально, если б не было смешно. И я не тот, ничуть не лучше всякого, и вы не та, есть краше в 10 раз. Мы только одиноки одинаково, и это все, что связывает нас. Когда один из нас падет поверженным, другой и не заметит в попыхах. Зачем же я пред вами, как помешанный, слезы лью и каюсь во грехах? Зачем пою, зачем порхаю по небу, и жду чудес, и все во мне поет? Зачем, зачем, пускай ответит кто-нибудь, конечно, если что-нибудь поймет. Простите мне, что диким и простуженным ворвался к вам среди зимней тишины. Не то беда, что я давно не нужен вам, беда, что вы мне тоже не нужны. И все ж сама судьба с ее ударами, капризами
и ранами потеряны, что пред блеском ваших глаз, сударыня, он светит мне, особенно теперь, когда невзгоды переключаются все чаще, и все смертельнее ветра, и кажется, что дни мои кончаются, и остаются только вечера. Сияете ж мне, покуда не отмечены печатью лет, ни сердце, ни чело, и видит Бог, сказать мне больше нечего, да больше и не скажешь ничего. Над Новодевичьим, словно отчаявшись, колокола как будто головы склоняются, высунув языки, что-то кричат с тоски, но ничего у них не получается. Колокола мои, что вы колышетесь, только прислушайтесь, и вы тогда услышите. Жизнь из колота, сердце как колокол, бьется в ночи, бьется, беснуется, бьется, скитается, на колокольный звон сердец чужих слетается, гулкое городе бьется над городом, и объясните ему, что-то пытается. За Новодевичьим площадь пуста еще, за Новодевичьим рассветным и светающим. Листья кружат, кружат, словно стрижат, стрижат, а по ночам над Новодевичьим, словно отчаявшись, колокола как будто головы склоняются, высунув языки, что-то кричат с тоски, но ничего у них не получается. Эту песню я тоже исполняю впервые с модуляцией. Я ее перевел в эту тональность. Раньше она была в... Я ее подбирал, чтобы она была просто в Е, в Е, в Еме. А потом я вот ее зимой сдвинул на тон. Ты слышал, аккорды совсем по-другому? Да, 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 слышал, да, очень хорошо звучит. Ну ладно. Значит, завтра нужно пораньше, просто да, еще раз. Значит, батарейки.